А, привет. Давненько не виделись, Лео. 2 года, Билл. 2 грёбаных года. Мы не думали, что ты вернешься так быстро. Амнистия. Тебе как обычно? И яйца? Лео. Скуби. Я вижу этот гребаный знак позора у тебя на груди. Это знак власти. А это мой город. Черт возьми, а ты кто такой? Ты гребаный мертвец, Лео. Гребаный мертвец. Быстро ты переобулся. Вы суки. Вы предали меня. За какой-то гребаный ржавый значок. Хосе, разве это не я спас твою шкуру, когда мы с тобой брали этот дилижанс? А ты, Джон, я же был рядом с тобой, когда мы принимали роды, когда твоя лошадь жеребилась. Ты никто, Лео, здесь. Твое время прошло. И в полдень ты будешь болтаться на площади на виселице по всей строгости закона. Ты стоишь так далеко, потому что нахрен боишься меня до сих пор. А ты же видишь, я без оружия. Я без оружия. Скуби, только цепи. Звезды на плечах. И большое сердце гризли у меня в груди. Я могу вырвать его прямо сейчас. А звезды твои я повешу у себя в офисе. Пошел нахрен вон отсюда. Пошел вон. Мертвец идет. Мертвец идет. Мертвец идет. Мертвец идет, Лео. Мертвец идет. На! Папа. Прости меня.
Грач. Грач. Толстый, дай обезьянку. А где дороги? Я уже думал, ты все, отъехал. Леня, я умру на Купалу, сколько повторять. А проснулся я, когда ты воду пил. А что сразу не ответил? Нарколепсия. Болезнь такая. Слыхал? Слыхал, конечно. У нас вон от нее полгорода передохло. Это наркомания. А это... Азарт. Слушай. Сон мне сейчас снился. Типа я в рывок ушел. Ну, домой типа такой вернулся. Захожу в бар. Бармен мне выпить налил. А что ты в бар попёрся? А я откуда знаю? Я что, сам себе сценарий этих снов пишу, что ли? Выпил я. И тут чертила наваливает на меня усатая. Мусор. Ну, начальник милиции. А вокруг него кореша его. Только понимаю я, что раньше они со мной были. Рядом где-то двигались. А потом сучились. Грач, ты что, спишь, что ли? Нет, думаю. В общем, валю я мусора и всех вокруг. Прям всех? Ну, только сученых. Это хорошо. А, и бармена. Плетку на меня поднял, падла. Крови много было? Не помню. У тебя зубы на месте? И? Да, во сне не выпадали? Да нет, вроде. Сегодня какое число? 17-е. 17 + 5 = 22, 2 + 2 = 4. Хорошее число. Что ты мне эти цифры напихиваешь, как малолетки? А еще оборачиваюсь я, а там Мира стоит. О! Угу. В голову мне выстрелило. А перед этим сказала, мол, пап, прости. Сегодня среда. Забей. Не сбывается сны в среду. Че? Толстый. Ты когда тачку с баблом угнал? 15 лямов в багажнике было. Тебе перед Делюгой что снилось? Да там... Корова насрала. Хорош ты. День какой был? Так что, со вторника на среду. О, понял. Шняга все это, не канает эта тема. А, самое главное, это все в ковбойские времена было. Шляпы, револьверы. Запутал ты меня. Я что, экстрасенс? Я из ковбоев только Гойко Митчи помню. Сон как сон. Леонид Иванович, вас к адвокату. 5 минут, подожди. Видал? Что-то здесь не то. История, которую я хочу вам рассказать, произошла совсем недавно. Я не могу назвать вам город, и тем более настоящие имена героев. Заранее скажу, что каждое сказанное мной слово – это чистая правда. Эта история началась с забытого в машине телефона одним ранним летним утром. Another mouth to feed. Leave it with the babies. And-
Я не поняла. Ты, парень, вставай. Мамочки. Алло. Алло, Мира, привет. Серый. Мы хотим позавтракать. Ты в кафе? Серый, я тут оленя... Оленя сбила. Ну, вернее, он сам в меня врезался. Оленя? Ну, он такой, как бы олень. Я понял. Посмотри по сторонам. Тебя кто-нибудь видел, нет? Нет, вроде. Ты его в багажник положить сможешь? Я попробую. Все, я выезжаю. О, проснулся. Серый, присаживайся. Нет, я пас. Кика, как дела? Катя, рассчитай нас. Хорошо. Кика, поехали. Поехали, а то она только толпсом раздавил. И дает. Привет. Не поможешь? Мальчик, это не то, что ты подумал. Понимаешь? Короче, это мой парень, и он пьян. Из-за этого решили его убить? Нет, он... Уже убит. Мальчик, как тебя зовут? Какой красивый самокат. Что? Самокат. А, ты хочешь такой самокат. А, может, 5000 рублей? Ок? Это ваше кафе? Хотя, знаешь... Чьи это я? Ну, хочет ребенок самокат, да? Умеешь? Фак! Что там? Нахрена ты ему влупил? У тебя рубашка порвана. Погоди. Алло? Да, да, я у девушки. Нет, не Тиндер, мам. Ну, не волнуйся ты так. Хочешь кофе? Ладно, давай. Скоро буду. Держи. Новая. Размер вроде твой. Примеришь? Я отвернусь. Не надо, я все равно собирался выкидывать. Ладно. Давай. У тебя ссадина сбоку. Где? Вот. Надо перекиси. Молодежь. Кофе хотите? А можно с собой? Американо. Сделай американо в бумажный стаканчик. Хорошо, родная. Слушай, а они здесь работают? Нет, это как бы родственники по папиной линии. А, понятно. Больно? Неожиданно. Ты закричала, я растерялся, он бьет. И главное, глаза такие... Добрые. Добрые глаза – это его фишка. Вот вам небольшая история о добром Кике для общего понимания. Много лет назад Кика снимал квартиру по соседству с валютчиком по прозвищу Муля. Муля – видный менял в городе, а таких в те времена любили грабить. И вот в один из дней залетные фраера пришли за Мулей и его деньгами. Но... ошиблись дверью. Под Луганском родился, в
Дядя, можно от вас позвонить? У меня бабушка заболела. Дымом грелся в Амстердаме. Было дело в Варшаве. И жарко было в Египте, значит так. Слышь, мурзатый. Мне не жалко. Чё? Это точно та хата? Привет. Куда тебе совесть? Собирайся. Не надо! Брат, не надо! Квартира! Брат, нет! Не надо, брат! Маловато, да? Ладно, спасибо. Я, наверное, пойду уже. Ты не злишься? Да брось, все в порядке. Стой, а кофе? А, слушай, может, я тебе такси вызову? Ну, в знак примирения. Спасибо, я на самокате. Так быстрее. Быстрее? А ты точно был на самокате? Действительно, а может, на лошади, а? Мира? Что? Где он? Откуда я знаю? Что ты вообще на меня голос повышаешь? Я спокоен. Я вижу. Может, его украли, пока я твою жизнь спасала? А, я еще и виноват. Да если бы не твоя жопа... Оу. Дверь, чтоб ее. Я ехал бы себе дальше. Что? Что слышала? Мира, все нормально? Да. Окей. Ладно. Знаешь, пока ты там валялся, я думала, что ты умер. Все, game over. Понимаешь, в каком было шоке я? И там был этот мальчик, и он все видел и попросил за свое молчание твой самокат. Он стоит в 3 раза дороже. Давай ты найдешь мальчиша-плохиша и заберешь у него самокат. Если не справишься сама, то родственники тебе помогут, да? А я приду в 8. Ты кофе забыл. Кстати. До свидания. Пока. Чао. Господи, боже мой. Ой. Напугал. Привет. Привет. А это что такое? Беги мне кофе. Какой кофе? Какой? Такой, из зерен, черненьких, маленьких. Понятно. Блин, я его забыл. У Миры. В смысле, в кафе. Удивительно. Третий день в городе, и ты уже завел себе какую-то новую девицу. Да нет, мам. Настя, это из универа, она вчера была. Короче, Мира это другая. Она, так, представляешь? Все, избавь меня, пожалуйста, от этих подробностей. Вот это кто сделал? Мира. Мира. Осторожен с этой мирой. Мам. Мама поехала на работу ловить жуликов, воров и проституток. Иди уже переоденься, а? Не позорь. Город Нушири. Больше ни стрельбы, ни матерных песен. Слыхал он плют на бандитов, как локомотив. Этот городок для нас двоих тесен. Во вкусе город Нушири. Ему не по вкусу. Раньше что-то где-то плохо лежало в двери, а теперь время вынести мусор. О как! Твою мать! Доброе утро, Надежда Викторовна. С прибытием. Доброе. Заебский, вы смерти моей хотите? Зачем так людей пугать с утра пораньше? Исключительно из добрых побуждений. И мне казалось, что вас невозможно испугать. Я читал ваше... Это досье. Я ваше тоже читал. Не сомневаюсь. Из нас может получиться великолепный тандем. Вы что делаете сегодня вечером? Мы можем пропустить пару бокальчиков вина, обсудить алгоритм нашей с вами работы. Во-первых, верните мне моего секретаря, мне нужен кофе. Во-вторых, я хотела бы ознакомиться с жалобами, которые вы сейчас рассматриваете. А в-третьих,
Хотите тандем? Смените одеколон. А что с ним? Хороший запах. Эрбиск, это шутка была. Идите. А я поверил. Ухожу. Угу. Кофе и жалобы. Угу. Да, и цветы. Поставьте в вазу. Спасибо. Гей! Привет. Держи. В расчете? Да, конечно. А подарочная упаковка зачем? Празднично. Не нравится? Норм. У меня времени не особо, сам понимаешь. Альберт, сделай кофе парню на вынос. Американо? Такси? Не надо. На своих. Удачи. Альберт, если он вернется, скажи, что я уехала. Куда? Не знаю, в отпуск. В Сочи, например. На 2 месяца. Что ты стонешь? Да ладно. Так быстро. О, привет. Чай, кофе. Альберт, завари ему чай с ромашкой, ок? А я спешу. Да, до свидания, мальчики. Закроешь кафе? Стой, парень. Тихо. Туда нельзя. Тебе же сказали, она в отпуске. Уехала она. Ты напористый. Через месяц приходи, в отпуске она. Ты что, не понял меня? Номер 3 готов. Принято. Так, где сахарная пудра? На столе возле двери. Добрый вечер. Добрый. Добрый. Я ищу Миру. Я буду честна. Их было 2. Один такой нежный, классный, который твой. А второй черный, с черепами. Ну, подумай, зачем тебе этот негатив? Черепа. Кости, кресты. На нем только бомжей по кладбищу гонять. А розовый стиль, настроение, позитив на 100%. Едешь, все поворачиваются. Сейчас многие люди красят волосы в розовый. И я тоже планирую. Вот как раз завтра и подкрашусь. А Кадиллак Элвиса Пресли? Так это же для мамы. Хорошо. А дверь в машине? Я тебе, между прочим, ничего не предъявляла. А машина в ремонте. Так что, хочешь мое мнение? Мы в расчете. Закончила? Вот теперь в расчете. Ребят, вы с Ромом переборщили. Я тебе говорил. Кому нужна премия? Так нельзя. Все на одного. Я девочка. Мне можно. Это война. О, да. Огонь! Это он. Это... Giving to that easy living, goodbye to my hopes and dreams. Stop flipping for my
Это что за флешмоб? Не спрашивай. Кика там? Да, но не советую. Что не советую? Пока найти. Вы что, черти? Вы знаете, сколько эта рубашка стоит? Кика, ты где? Я здесь, брат. Извините. Ну? Как проходит операция? Какая? Добро пожаловать, са. А вам кажется, это смешно? Нет. Ну вот смотрите, Виталий Семенович, жалоба от 17.06. Задержанный Вержновец Юрий Константинович, 92-го года рождения. При задержании у него обнаружено 0,5 грамм каннабиса, на что указывают понятые и три свидетеля, три ноябрьские. А по делу проходит уже 5 граммов. И вот таких вот чудес с наркотиками, ну, больше половины жалоб. Идем дальше. Журналист 2 месяца сидит в СИЗО. Потерял сумку, обнаруженную впоследствии на остановке общественного транспорта. При досмотре сумки обнаружен пакетик с белым порошком, оказавшимся героином. Ну, а почему понятые-то не на остановке, а уже в отделе? И в крови у него ничего не обнаружено? Потому что продавец. А я погуглил фамилию журналиста. У него за год статей о коррупции больше, чем листьев на деревьях. Хорошо, начинаем, Надежда Викторовна. Виталик Семенович. Что-то я упустила этот момент. А когда это мы с вами друзьями стали? Этот журналист... Например, клевещет на губернатора. А на покойного Михаила Ивановича такое писал, что, считая, он унул могилу и извел либерал херов. Ты мне еще про заговор Билла Гейтса расскажи. Есть такие течения, которые и не остановить, и не повернуть вспять, потому что они так хотят. А вот что, новый одеколон? Все, как вы сказали, босс. В смысле, Хуго, босс. Богатый запах, да? Подполковник юстиции ноябрьский. С завтрашнего дня я приказываю вам носить стринги. Есть носить стринги. Разрешите идти? Идите. Дверь. Я понял. Котлеты и гречка. Хорошо. Да, пока. Мама. 100 лет гречку не ела. Я здесь живу недалеко. Что? Ладно, иду ва-банк. У меня есть стиралка с сушилкой. Через 40 минут ты будешь чистый и душистый. Ты, конечно, и сейчас клево пахнешь. Как чизкейк.
Тебя ни один таксист не повезет, серьезно. Стирка, ужин и никаких ухаживаний. Слово пацана? Слово пацана. Сколько у нас времени? Я думаю, что если сейчас все окей со здоровьем и придерживаться правильного образа жизни... Замолчи. Доброе утро. Доброе. Спит еще? Будете чай, кофе? Спасибо, я опаздываю. Куда? На работу. О, это уже хорошо. Это уже хорошо. А где вы работаете? Да вы не бойтесь. Это не допрос, нет. Ну, мне просто любопытно. Я в кафе. Так вот откуда этот запах по всей квартире. А я всю кухню облазил в поисках торта. Что, даже кусочки мне не оставили, да? Ну, не смею вас больше задерживать. До свидания. Щенок ее. Она хочет его к себе на службу забрать. 23 года, прикинь? Нормальный ход. Нормальный ход — это когда людям не мешаешь работать. Ну, что такая? Руку рушишь. Mm. Вот такая кислая, серая. Я тебе говорил? Yeah. Мяш. На первой ходке в лагере. Слушай, Киса, давай без этого твоего зоновского фольклора. Просто следи за ней. Все контакты в городе, места, где бывает. Найдешь компромат — вообще отлично. На хвост посади не блатных, а ментов бывших. Я понял, да. Давай и за пацаном ее тоже походим. Да, Кис? Да? Чего? За пацаном тоже последи! Я слышу. А это у тебя что такое? Зажигалка. Зажигалка? Угу. Если с прокурором Ноябрьским вам все более-менее понятно, то на Кисе, это Киса, я бы немного тормознулся. А что еще есть? Да есть. Ну, есть автомат АКС на 25 патронов пограничный, 6 минометных мин, 2 шашки казачьи. Ну, зачем тебе? Ну, что? Берешь? Беру. Это его первая ходка. Кстати, Кисы его нарекли мусора, потому что наживу с продажи оружия и грабежей он прятал в стуле. Если коротко, то в биографии Кисы три судимости. Конфликт с цыганским бароном. Все будет хорошо, я это знаю.
брак по расчету и передозировка героином, после которой Киса ушел в легальный бизнес якобы по совету самого Иисуса. И теперь он и Ноябрьский рулят самым большим чопом в крае. А познакомились эти два гуся весьма необычно. Не поделили путану в московском борделе. Вот так и началось это эпическое сотрудничество. Я бы прыгнула в эту реку, если бы не было человека, который не сможет согреться этой зимой. Я бы прыгнула в эту реку, если бы не было человека, который утонет, если прыгнет за мной. Я бы прыгнула в эту реку, если бы не было человека, который не сможет согреться этой зимой. Я за тобой по пятам, но подумай, как холодно там. Нет, это даже романтично, летом я только за. Но не в начале же ноября, типа тебе не понравится, успей остановиться. Зачем тебе скорая, капельница, больница? Мама будет молиться, всем сердцем надеяться. И от психолога не отделаться. Но порой я тоже ищу причины первым не окунуться. Но так не хочу, чтоб мой спасатель мог захлебнуться. И смотрят в воду два идиота, думают, удача это или гнет. То, что рядом есть кто-то, кто за ними нырнет. Молодец, жестче. Побыстрее, с акцентом. Эй, Лёд, белый, дорогого, ходи назад, подожди. Здорово. Привет. Где она? Наверху. С утра там сидит. Я уже хотел папе звонить. Потом про тебя подумал. Молодец. Правильно сделал. Мира! Давай спускайся! Миша, не надо. Я сам. Что стоим? Команды отдыхать не было. Привет. Привет. А мы тебя уже обыскались. Волноваться начали. Я на тренировке. Я вижу. А телефон почему не берешь? Там в кафе без тебя не могут детский праздник посчитать. Жора решил своему сыну организовать вечеринку. Уже вернулся. Вчера. Подарок тебе привез. Че подарил? Четки из хлеба или нарды? Потерпевший твой сегодня весь день в кафе просидел. Час назад ушел. Реально? Реально. Ты от него, что ли, здесь прячешься? Может, подумать. Че я прячусь? Я... лень тренироваться. Лежу, медитирую. Я понял. Хорошо. То есть все ровно? Да. И мне не о чем волноваться? Да, нет. И ты уже идешь заниматься? А что, не видно? Че, прям весь день просидел? Ну да. Серый, вы только его терпилой не называйте. Чего? Потерпевшим его не называйте.
Да, походу, наша принцесса влюбилась. Да ладно. Что? Саш, ну почему она? В этом городе 2 миллиона жителей. Что там? Мира Леонидовна Бойцова. И что? Почитай, читай дальше. Ой, Господи. Отец Леонид Бойцов. Прозвище Ленчик, боксер, Леня Магадан, статус в криминальном мире. Вор! Саша, ее папа вор в законе. Типа босс мафии? Да. Офигеть. А где он сейчас? Да нет, Саша, ну ты забудь о ней. В смысле? Да в прямом. Ну как ты себе представляешь ваши отношения? Ну что мне там-то скажут? А что скажет этому Лень-боксеру его Криша? Да нет, ну это нереально. И она это понимает, потому что она умная девочка. Поэтому тебя и игнорируют. Так что, Саша, извини, пожалуйста. Но, к сожалению, нет у вас совместного будущего. Что? Свадьбу вашу представилась. Очень смешно. Все, прости, прости. Сань, ну я не со зла, ну ничего. Отец твой где сейчас? Где? В СИЗО. Дай ее адрес. Ты уверен? Сам найду. Советская, 15. Спасибо вам. Ну, дела. Ну что? Добрый вечер, Леонид. И по какой нынче статье вас грузят? Алло. Блин. Алло. Разбудила? Нет, я «Анатомию страсти» смотрю. Какой Анатолий? Вы не одна? Я говорю, сериал такой «Анатомия страсти». Мне послышалось «Анатолий страсти». Елен. Как мне найти Сверчкову и А? Так она того. Чего того? Ну, уволилась и пьет. Ага. Лена, найдите мне ее, ну это, завязывайте со страстями. Спокойной ночи. Угу. Спасибо. Ты время видела? Она ищет Сверчкову. Мира, стой. Руки бери. Я все знаю. Что ты знаешь? Про твоего отца. Молодец, а я про твою мать. Ну это же бред. Думаешь? Я уверен. Пока. Мира, пожалуйста. Я спать хочу. Все нормально? Мира. Что за фраер? Давно он тут? 22:00 на такси подъехал. Номера я записал. Будешь? Мам делал. Давай. Тачку ловит. Поймал. А это кто? Кстати. Их я тоже отметил. Парканулись ровно за ним и уехали. Видишь? Тоже ровно за ним. Пасут, что ли? Колобочек, родненький, а давай проследим за ними? Не,
Это не наше дело. Мне Серый потом башку оторвет. Ну, Колобочек, ну, плиз. Я поеду один, а ты иди домой спать. Ок? И дверь запри. В доме и в спальне. Давай, катись, а то уйдут. Ничего. Слушай, у тебя есть печенье, там, не знаю, пряники? М? Несу. А у меня же еще есть пельмени и зельц, и сморчки маринованные. Еще есть борщ, но я, правда, его позавчера готовила. Лен, останови. Остановись, блин. А что ты думаешь про новую прокуроршу? Да я даже не знаю. Ее боюсь. Ну, правда, она сумасшедшая. И вообще я не понимаю, почему не ты. А представляешь, ты приходишь на работу, а там я на столе тебя жду. Вот. Помоги мне его занять. Хорошо, мой прокурор. Няги у нас чисто волчья порода. Пацанская жизнь, сплошные качели. Привет. Привет. Давай помогу. Давай. Ого, как кирпичи. Жирность большая. А научи меня делать кофе. Легко. Начнем с эспрессо. Бери тогда холдер и делай закладку. Вот эту штуку. Теперь бери эту штуку и заворачивай до упора. Так. А потом? Я тебе все утро, Саня, с ума уже сошла. Ну не молчи! Телефон сел. Жрать хочу, можно? Все вчерашнее. А кофе можно? Нажми на кнопку с чашкой нарисованной. Один отделов. Ну? Пашут его. До дома довели. Две машины сменилось. Эти с утра приехали. Когда он появляется, фото делают. Он про кого? Он про меня? Кого пасут? Так плохо все? На троечку. Ивановна? Я могу войти? Да. Иванна Ван Хельсинг Сверчкова, бывший сотрудник отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью. Прозвище Ван Хельсинг получила после того, как вскрыла схему крышевания наркопритонов ментами на третий день работы в отделе, куда попала сразу после юридического. Менты ловили покупателей, допрашивали, лупили точки и договаривались. Ван Хельсинг собрала доказательную базу и приступила к задержанию. И чтобы не было утечки информации, задержание проводила в одиночку,
брала с поличным и очень жестко. Через 2 недели была уволена по служебному несоответствию. Сломала нос дежурному. Через 1,5 года продолжила работать в системе МВД в отделе собственной безопасности. Ходили слухи, что ее попросили за неоднократные случаи пыток подозреваемых. В прокуратуру ее взяли случайно. Кто-то из замов Чайки увидел про нее в интернете ролик и где-то на отдыхе показал его покойному прокурору области. Тот воспринял шутку как приказ к действию. Поговаривают, что она по девочкам. Но я свечку не держал. Меня зовут Надежда Кузьмина. Я новый прокурор области. Мое удостоверение во внутреннем кармане пиджака. Я хочу поговорить с Иваной Сверчковой. И предупреждаю, я при исполнении. Бабуль, иди обратно. Это ко мне, все нормально. Так мне Нюру кормить пора. Я ее уже покормила, она, ну это, гулять пошла. А это кто? Подруга. Христос воскрес. Она у меня немного уставшая. А Нюра — это кошка. 1 год назад умерла. Она ее все равно каждое утро кормить выходит. 90 лет скоро. Иванна. Надя? Пойдем, Надя. Че покажу. А это кто? Живой? Помогите. Будете? Да не рановато ли? Кому как. Вот ты. Вы. Пришли, у меня теперь все связалось. А можно мне рыбки соленые? 100 лет не ела. Ну, что связалось? Ну, ты. То есть вы. Новый прокурор. Приходите ко мне. А перед вами ночью в окно приходит он. Вот с этим. Я в туалет хочу. У меня вопрос. Кому ты? Точнее, вы? Слушай, давай на ты. Хорошо. Тогда 3 вопроса. Зачем ты пришла? Кто знал о том, что ты сюда придешь? Точно не будешь? Ну, давай, стукни, только не громко. Ну, в смысле, много не лей. Вы что, бухаете? Стоп. Ага. В общем, я вчера случайно наткнулась на дело о хранении боеприпасов неким Бойцовым Леонидом. У него на кармане при задержании были патроны. Обвинителем в суде выступает Ноябрьский, а ты проходишь свидетелем, который, как и подозреваемый, утверждает, что патроны ему подбросили опера. Так так и есть. Ты знаешь, кто такой Бойцов? Да, знаю. Я за блатных не топлю. Я их терпеть не могу. Но это беспредел. А как прокурор Исаев помер, так весь криминальный бизнес себе Ноябрьский забрал. Кстати, он реально рассчитывал стать новым прокурором области. А тут ты. А знаешь, кто знал, что я к тебе еду? Лена Косицына. Секретарь мой. Так у нее роман с Ноябрьским. Ну, понятно. Ну, теперь осталось выяснить, кто прислал этого Афоню. Ты как крови? Не очень. Девочки, отвезите меня в полицию.
Ну тогда утюг. Пожалуйста. Пожалуйста. Привет. Мам, за мной следят. Они сейчас здесь? Нет, они стоят у кафе, думают, что я там. Ты их давно заметил? Мира их увидела. Вчера они ездили за мной и всю ночь стояли у нас под домом. Номера и фото скину в телефон. Дай в машину садить. Зачем? Поедешь с нами в прокуратуру, потом домой. Я останусь с Мирой. Саш, ты понимаешь, что это не шутки? Ну, какая Мира? Ты видишь ее? Ночью пытались задушить только потому, что я хотела с ней встретиться. Че ты тут? В любовь собрался играть? Садись. Мам, если бы меня хотели убить, они бы это уже сделали. Вариантов было много, поверь. Можно мы просто побудем вместе сейчас? А вечером я приду домой. Это кто? Да это подвеска, наверное. Мам, машина стоит. Ладно. Езжай. Соберешься домой и набери мне. Я тебя встречу. Ты не злишься? Осторожней там. Слушай, а кто сейчас вместо Лени боксера? Это его дочь? Ну да. А не это того? Не спрашивай, ладно? Сера сейчас рулит. Надо его найти. А я тебе еще год назад говорил, что Ван Хельсиншу нужно валить. Год. Я в этом бизнесе давно. Если я говорю, что нужно лить воду. Какую воду? Ну, мокрое делать. А! Если я говорю, что нужно лить воду, значит, нужно. Я еще ни разу не ошибался. Потому что вот здесь компьютер, а если ты думаешь, что это все твои проблемы, ошибаешься. Жо, вот только не надо изображать из себя Тони Монтану. Просто когда у тебя трудности, ты всегда хочешь сделать из меня идиота. Когда я смотрю назад... Я тебе сейчас нос сломаю и в жопу засуну. На, засунь. Видишь? Рядом с ее сыном. В машине тёлка. Это тёлка? Валера. Валера, попроси, чтобы ему принесли стейк. Рибай с кровью. Время нынче такое кровавое. Это тёлка. Зовут её. Готов? Мира Бойцова. Вот жопа. А я знал, что тебе понравится. Ты же ее папашу в клетку засадил по беспределу, а теперь она стоит с ножом у тебя за спиной. Удивительно твои дела, господи. Вот такая твоя destiny. Fucking destiny. Ее папашу я тебе тоже предлагал. Хорош гнать, комедию тут ломать. Слушай, прокурорша, вор, дети эти. Как в спектакле. В каком спектакле? Ну что, не врубаешься? Это ж Галимы, Капулетти, Бантеки. Добрый день. Нам бы чайку с дороги. Чего? Ты дурак? Ну-ка пошел. Пошел! На колени! Не понял. Спокойно. Работает прокуратура. Мне нужно поговорить с Серым. Просто поговорить. Че ты там тупишь, Кикабидзе? Проходи. Пусть ружье уберет. Убери ружье. Ивановна, мы просто поговорить пришли.
Здорово, бродяги. Как делишки? За людское отрете? За греб в лагерях? Я давно спросить хотела, вы за кого? За Хасана или за Торро? Че молчим? А что за музыка такая? Где Круг, Наговицын? Ну-ка, налей дому. Че хочешь? Два егеря. Не видишь, мы на охоте? Я с тобой сопьюсь. Ну, за стойкой. С ноутбуком. Я же поняла. Надежда Кузьмина, прокурор области. Сергей, бизнесмен, спортсмен. Судимость погашена. Сергей, мы можем с вами поговорить наедине? У меня от них нет секретов. Ладно, брат, пойду кофе попью. Выпьешь со мной? Да, татуташки. Просто демон. Хорошо, что ее уволили. А я планирую ее взять обратно. У нее же руки по локоть в крови. А у вас? Ну, так мы с вами договоримся, черт знает до чего. Ну, вы первым начали. Тогда давайте по существу. Или мне уже пора? Вот это мой сын. Единственный. Лучший бургер? Я везде перепробовала, здесь прям 5 звезд. Сюда всегда приезжаю, когда нет настроения. Заедаешь, как бы сказал мой психолог. Ого, психолог? Мама настояла. У меня с 6 класса, как отец ушел, тик начался. Глаз дергается, как будто подмигиваю всем. Саш, а почему у тебя нет друзей? Почему нет? Есть. Ну, ладно, нет. Просто это очень тяжело, когда постоянно переезжаешь. Конечно, они были приятели и друзья, но все это сводится к одному. Это Кирилл. Привет. Его, короче, вчера брата закрыли. Может, твоя мама может помочь? Сань, слушай. У меня байк вчера украли. Поговори с мамой. Саня, по-братски, сядь за руль. И вот такое бывало. Мой друг взял 500 тысяч за то, что я с помощью своей мамы отмажу брата этого паренька от тюрьмы. Жесть. Жизнь. А у меня подруги делятся на 2 категории. Первая – это те, у кого кто-то сидит, и от этого куча проблем. Постоянные передачки, диалоги с адвокатами. Ну скажи, что у него бабка умерла. Мира, это капец. И вторые. Это те, у кого все на свободе. У моего Андрея появилась баба. Но проблем от этого не меньше. Посмотри на этих детей, они же ангелы. Как можно было поменять их на пилотку? Скажи папе, кабан изменяет жизнь. В какой-то момент я так от всего этого устала. Когда заводишь друзей не из криминального мира, это ровно до того момента, пока они не узнают, кто мой папа. Их как ветром сносит. Поэтому дом, работа, спорт, бургеры. Люби меня, люби.
сжигая. Люби меня, люби. Браво. И тебе? А позвонить слабо было? Колобок звонил, ты не взяла. Кому сэндвич? Что? Ко мне вчера заезжала мама. Саш. С группой захвата? Мира, давай серьезно. Когда ты собиралась объявить о моем? Серый, а ты трататульки не перепутал? Ничего, что это личное, пацаны. Я каждое утро просыпаюсь и первым вижу его. Потом приезжаю в кафе, и кого я там встречаю? Вас. На тренировке снова вы. Это ладно. Но сейчас вы все вместе пытаетесь залезть ко мне в постель. Это нормально? Мира, послушай меня. Я тебя очень люблю, ты это знаешь. Но что скажут люди? И что скажет твой отец? М? Ну давай, ответь мне на эти два вопроса. И я поеду завтракать, я не знаю, в блинную. Я пойду. А чё так? Надо. Вот, видишь? Мы все переживаем. Колобок весь на нервах, мука сыпется. Мира. Серый не умеет о таких вещах говорить. Брат, слишком прямолинейно. Вот у тебя с Сашей отношения... внешние или внутренние? Что? Поверхностные. Не знаю. Вот поэтому и ставлю вопрос ребром. Смотри. Сын прокурора встречается с дочерью Лёни Боксёра. Компромат? Компромат. Как думаешь, сколько она на своей должности продержится? А теперь давай повернем в папину сторону. Дочь жулика и сын прокурора. Что ты там ему в постели рассказываешь? Стояночка, всю мою жизнь понятия, рамсы, менты, не ходи туда, не общайся с этим, не пиши в меню форшмак, зажали! Жирная. Кика, сделай мне один. И кофе. Мы здесь надолго. Мой возьми. Я одеваться пошла. Мира! Брат, она закрылась. Она не хочет разговаривать с тобой. А с кем она хочет разговаривать? Ты сейчас правда думаешь, что я про него не думал? Ну, он ей как второй отец. Она должна его послушать. Он скажет, бросить ментёныша. Она бросит. Бросит. Мы сейчас говорим о близком ее отца, Мише Радишевском. Он же Миша Массад. Миша и Леня выросли в одном дворе. Но если Леню тянуло больше к блатным, то Миша любил тусоваться в видеосалонах. Через 3 года оба сели за разбой. Леня убедил Мишу, что, имея такого прадедушку, как Майер Лански, невозможно просто ровно сидеть на жопе. Правда ли, что Майер Лански его прадедушка, никто не знает. Но то, что бабушка Миши родом из Гродно, как и Лански, это факт. После тюрьмы Миша всегда работал по легальным и полулегальным схемам. Поэтому судимость у него одна. А денег не меньше, чем у американского прадедушки. В прошлом году сын московского депутата гулял свой дере в его ресторане. Запал на девку с соседнего стола и решил ее украсть. Далеко не убежал. Началась драка. Разнимать их выбежал Мишин дядя. Через 15 минут всех накрыл ОМОН, а дядя уехал по скорой.
А еще через 5 минут туда приехал Миша с сыном, чтобы поужинать. Побудь в машине, да? Несмотря на его интеллигентный вид, Миша человек действия. И если нужно бить, он бьет. Здорово! Привет! Его отвезли в Первомайский район. Ага. Посадили в обезьяне. Так. Его отец Захар, депутат, который, ты понял, да? Да, понял. Смотри, я ему звонил, он предлагает деньги, не хочет конфликта. Понятно. А он уже есть. Он уже есть, этот конфликт. Как дядя? Дядя болен. Реально болен. Ты знаешь, Мишаня, ему все ранее отдадут. Брат, я почти на месте. Ты че, блядь, участок штурмом брать будешь? И где ж мне правду отыскать? Жизнь не мать. Езжай, короче, за Костей. Я понял. За адвокатом. И пули с ним сюда. Держи. Мать, если позвонит. Ни слова. Молодец. Сильно. Не гоняй. Как скажешь. Машину мне не убей. Да. Пристегивайся. Через 5 минут Миша был в обезьяннике. Замкни! Проходим! Дядю выписали из больницы через месяц. Сын депутата, упавший в тот вечер с нар, сломал себе обе ноги и руку. Его отец претензий к сотрудникам полиции не выдвигал. Еще я с другом. Ну, все, это конец света. Я знала, что этот день придет. Мама, нам надо поговорить. Что другого времени не могли найти? Давайте тащить его в ад. Они что, евреи? Дина. Дина Максимовна, я из-за вас не слышу Рэбе. Идите, встаньте рядом. Паша. Надеюсь, это того стоит. Слегка, слегка. Куда? Сядь. Сядь. Или ты хочешь иметь проблемы с Богом, как папа? Посмотри ему вслед и сделай вывод, что так делать нельзя. Для кого старается этот человек? Борис, ты видишь, кто вырос? Загляни к нему в карманы, я уверена, там нож. Так вот, а я образно. Слава! Слава! Что? Там в машине кто-то есть. Ну да, кенгуру. Да, Слава, я серьезно, там в машине что-то живое. Лена, это машина прокурора. Она стоит здесь уже 2 дня. У меня непосредственный приказ от Надежды Викторовны записывать всех, кто интересуется этим авто, и стрелять на поражение при попытке вскрытия данного авто. Она что, с ума сошла? И что, ты сейчас меня запишешь? Уже записываю. И стрелять будешь? Лена, я 2 года стою в очереди на квартиру. Конечно, буду. Дебил ты, Слава.
Ну, здравствуй, Лена. Здравствуйте. Привет. Привет. Все хорошо? Да. Пошла? Да. Ну, давай. Здесь? Конечно. Сама не лапала? Нет. Кашку хочешь? Нет. Иди. Виталий Семенович, мое почтение. Свободно? Спасибо. Ну и жир у тебя, Олег Иванович. Ну, зверя пока вижу. Я про завтрак, коллега. Ну, как первый? Освоилась? Не знаю. Читает, читает. Говорят, амфетаминчица жесткая. Ничего себе. БДСМ. Амфетамины. Почти не спит. Домина. Жесточайшая. Вот скажи мне, кто приказывает им начинать косить в 7 утра? Кто, сатана? Ну невозможно же жить. Открываешь окна – шумно. Закрываешь окна – душно. Ну как? Братка. Думаю, соскучился. По хорошему кофе. Здорово, Костя. Здрасте, Леонид. Че такой мятый? Спал плохо. Долги мучают. Не дай бог. Ну что, рассказывайте. Ну, у меня-то новостей нету. А жаль, дорогой мой адвокат. Ну, вы тут... Ладно, а я музыку послушаю. Короче, Лень, я не буду ходить вокруг да около. Ну? Мира твоя встречается с парнем. Так? Что за парень? Так вот в этом-то все и дело. Ну? Сын нового прокурора. Кузьминой. Надежды Викторовны. И ты приехал сюда, потому что сам разрулить уже это не можешь? Я сюда приехал, потому что мы вчера только узнали. Вернее, позавчера. Мира сейчас дома. Кика с ней. Еще пацаны. А мне как раз сон сегодня приснился. Как Мира мне... Ладно. А он? Вообще все плохо. Мать прокурорша сама не знает, что с ним делать. А что там знать-то? По башке пусть даст ему, память сотрет, я не знаю. Военное училище пусть отправят его. А не это? Было что? Не, ну... Ты же сам знаешь, какие сейчас дети. Дети. Кость, дай телефон. Он тебя не слышит. Костя! А? Слушайте, это такая песня просто сердце защипала. Я даже вспомнил, как влюбился первый раз. Ей было 26, а мне 15. Я тогда Костя, стал бриться. Телефон дай. Простите. Алло. Привет. Привет.
У меня сейчас друг нашей синагоги. Ты осознаешь, что делаешь? Я не буду об этом говорить. Мира, завязывай. Это за гранью моего понимания. Жаль. Зачем трубку сбросила? Он же мне сейчас наберет. Мафия бессмертна. Привет. А ты туда? Не, она завтракает. Иди сюда. Иди, иди. Смотри, вот это, спрячь в нижней секции стола, под бумагами. А вот это разотри и в кофе. Подмешай. Но только после того, как спрячешь конфетки. Понятно? Это... Таблеточки радости, энергии, любви. Так. Может, не надо? Ты что ты? Энергетик обычный. Смотри. Смотри, видишь? А? А? Стал бы я себе вредить? В общем, так. Пришли мне смс, как только она выпьет кофе. Потом скажи, мол, как-то плохо себя чувствуешь, там, отправляйся домой, а из дома уже позвони мне. Ясно? Ну, может быть, не надо? Не перепутаешь? Расслабься! Сири, как нейтрализовать действие экстази? Вот что мне удалось найти в интернете. Буквы, буквы, буквы. Как много букв. Да. Филипп Сергеевич, добрый день. Это я. Товарищ генерал-майор, у нас ЧП. Стой, стой, стой. Ты уверен, что это надо говорить по телефону? Конечно. Это надо показывать по телевизору. Ну, говори. Новый прокурор Кузьмина – наркоманка. О, как. Инфа 1000%. Сам проверял. Постоянно под МДМА. А это что? Экстази. Вот этот поворот Егорки в рот. Утром встретил. Никакущее. Задерживаю, Виталий. Задерживаю с понятыми. Все как надо. Действуй, прокурор. Действуй. Спасибо за доверие. Ой, я занят. Этот факт? Не факт, что это факт. Так, надо закрыть глаза и сосчитать до 5. 10. Не стреляй! Не стреляй! Не стреляй! Что такое? Виталий Семенович! Виталий Семенович, давайте успокоимся, поговорим. Ну, вы пошутили, мы пошутили, да? Виталий Семенович, а как вам такое предложение? Давайте сходим в ресторан. Только вот вы и я вдвоем и... Поговорим. А вы какую кухню предпочитаете? Домашнюю. Мама! Мама, ты хотела, чтобы я стал космонавтом, чтобы выходил в открытый космос и говорил: Землю! Я тебя вижу! Что такое, мама? Таких не берут космонавты.
что там? Царапина. Что-то мне жарко. Или холодно. Что стоишь? Скорую вызывай. А? Надя. Молодость летит, светлой птицы, как прекрасны твои дни. Но календарь теряет страницы. Молодость, прошу прости. Молодость, лети, светлой птицы, как прекрасны твои дни. На календаре теряю страницы. Молодость, прошу прости. Как угадать, как не ударить лицом в лужу. Любить всех, кто важен, и не любить не нужно. Разговор или удар, любовь или оружие. Выбор словно между завтраком и ужином. Вода или огонь, любовница или жена. Мозги или животное желание. Ясность действия или недопонимание. Пока решим, время примет меры крайние. Хочу обнять себя, молодость. Но время придет, моя молодость. Неважно будет мне на ладони линии. Когда на руках новая жизнь с моей фамилией. Светлой птицы, как прекрасны твои дни. На календаре теряю страницы. Молодость, прошу прости. Молодость, лети, светлой птицы, как прекрасны твои дни. На календаре теряю страницы. Молодость, прошу прости. Нет, нет, нет. Нет. Ну вот смотри, за вторым столиком Леха Рашпель, Тенгиз и братья Анукян. Mm. А рядом стол с Капустиным. Ну что? Я, конечно, понимаю, что он на пенсии, но он Рашпель закрывал. Выпьют они немного, и свадьбе конец. Надо менять местами. Я сразу предлагал буквы П. Братва с одной стороны, менты с другой. Эти не хотят буквы П. Говорят, это колхоз. Колхоз. Жаль, что я здесь. А ты слишком добрый для прокурора. Будешь умничать, свадьбу в записи увидишь. Я пошутил. Дал бог родственников. Взаимно. А тамада кто? Саша хочет Щербакова, а Мира против. Моя девочка. Ну, зря, кстати, хороший же вариант. Ну, и шутки у него, как-то по-вашему, пацанские. Эту свадьбу ловец за жемчугом вести не будет. За каким жемчугом? Заходим. Здравствуйте. Здравствуйте, Леонид. Надежда Викторовна, вы прекрасно выглядите и очень красиво постриглись. Гляжу на вас, и просто жить хочется. Знаете, я ведь раньше-то в прокуратуру ходить не любил. Ну что за народ, а? Злые. Торгуются вечно. А Ноябрьский ваш? Ну ужасно же человек взял Леонида по беспределу. Хорош. Закрыл. Ну все, извините. Давай сюда. Кость, ты что, вообще за движениями не следишь? Что? Глянец не листаешь. Толстый полоска, это же прошлогодняя тема. Рубашка. Ну, рубашка норм. Туфли тоже пойдут. Он что, еще и двубортный? Я вообще-то на свадьбу иду, Костя, а не на похороны. Свадьба, она один раз в жизни. Ты это, кстати, своему передай. Знаете что, Леонид, я хочу вам напомнить, что вы едете на следственный эксперимент под мою личную ответственность. Там будет очень много охраны, Леня. Спецназ. Я не побегу. Еще раз сказать. Костюм поменяй. Хорошо. На тамаду предлагаю Абрамова. Поет, танцует. Интеллигент, и косяков за ним нет. Фитлепс будет. Уже договор. Класс! Толика! Рюмка водки на столе. Господи, это какой сюр. Oh,
pray you a half done. Oh, yeah. For days and days. Days and days. I got a killing the devil, baby. Till the sun goes down. Good Lord. Oh. У нас невеста, у нас жених. Туплю. Без выкупа не отдадим? Да. У нас ордер. Сопротивление бесполезно. Обложили волки позорные. Это моя фраза, ну? Детей, Саш, на борьбу не отдавай. Вот. Наш выкуп. Золото, считайте, академики. Лошара. Офигеть. Эй, ты. Молодежь. Мне кажется, любовь родилась здесь. Ага, напротив. Когда мы открывали это кафе, разве ты, Мира, могла об этом подумать? Пусть ваша любовь сделает этот мир лучше и добрее. За вас! Ура! 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 Извините, давайте сделаем пару фото у лимузина. Сейчас солнце работает на контровом. Это будет просто бомба, а не фото. Пойдем? Не понравилось? Вот здесь, достаньте. Полоборота. Угу. Такая фигня. Кошмар. Да, блин, тоже неловко себя чувствую. Послушайте, можно мы пойдем уже? А, да не, без вопросов. А, стоп. А давайте внутри. Два кадра и все. Для моего портфолио. Такая красивая пара. Ну ладно, не отстанет. А я сейчас фонарь помощнее возьму. Разрешите? Ого, даже розыгрыш придумали. Прикольно. Что дальше? Отдаем телефоны? Ага. Может, ему по щам дать? А вдруг пальнет? Ну чё, блядь? Какую музыку ставить? Куда это они? Они с фотографом. Зачем? Ну есть же еще выход. Позора вору есть совет отцу. Какой? Сына прокурора надо знать в лицо. Повтори. Знать в лицо. Надо знать в лицо. Знать. Останови машину. Стоять! Заткнись, сука! Т.
Тили-тили. Тесто. Жених и невеста. Не укачал? Эх! Разбито солнечное сплетение. Надежда, мой клиент передает вам самые искренние поздравления. И пару слов тет-а-тет для вас. Слушайте, Надь, время тикает. Неизвестно, что этим отморозкам в голову придет. Я-то что, я просто почтальон. Вот у меня заявление от Ноябрьского, где он черным по белому заявляет, что он хочет сотрудничать со следствием, что он готов показать, где он в кабаре Буй прячет деньги. Так что вы его туда отвезете. Деньги опишите, он попросится в туалет, а там в третьей кабинке за картиной окно. И все. Вам максимум строгий выговор, а о нем забудут через полгода. Ну, берите, езжайте. Час туда, час обратно, еще успеете напиться на свадьбе сына. Ну? Ты че нукаешь, дуримар? А, Леонид, здравствуйте. А тут Надежду срочно на службу вызывают. Ну, знаете, бывают такие внезапные спецоперации. Ну, Надя. Дети у них. Они хотят, чтобы я освободила Ноябрьского. Чем воняет? Я не чувствую. Счастливчик. Болит? Скажи, а почему ударила ты, а били меня? Я девочка. Смотри прикол. Что это? Палец из сустава вылетел. Ого. Оп. Больно. Давно не делал. Круто. Мама пару лет назад с Альфонсом действующим встречалась. Он и научил. Сочувствую. По поводу? Ну, то, что Альфонс. А, не. Он из Альфа, спецназ. А. Я нашел, чем воняет. Это запах свободы. Помочь? Себе помоги. Их всего четверо, минус один, которого Мира уложила. Ты что делаешь? Пацанам звоним. Их всего четверо, а сам засцал? Чего? Ты дурака не врубай. Это наш косяк. Мы их упустили, нам и отбивать. Ошибся, исправь, я так же буду. Чё ты пыхтишь? Колобок, через 20 минут, если не вернемся, звони Серому. 20 минут? Ты там что, на гитаре собрался играть? А я умею. Ты умная женщина. Рад был знакомству. Ну да, тупанула немного. Может, убежим? Куда? Ой, Ah!
Я сейчас дам вам ключ. Как ты это делаешь? Сейчас буду стрелять, а ты иди за мной, хорошо? Хорошо. На раз, два, три. Офигеть, работает. Что работает? Тактика. Я же с настоящего не стрелял ни разу. Как это? Ну, я страйкболом занимался 5 лет, и все. Мамочки. Эх, сейчас бы гранату. А это что? Выключатель. Ребята! Зачем эта стрельба? Мы просто теряем время. Вы бросаете оружие. Мы выходим. Едем ко мне на дачу. Я звоню вашим родителям. Они приезжают. И я меняю вас на своего друга. Что скажете? Для трупа ты слишком много базаришь. Сука! Извините. Парень, ну ты же умнее ее. Иди сюда. Хорошо. Правда? Молодец. Иди сюда. Руки подними вверх. Дурак. Это ИШ. Там 4 патрона. Ты дурак! Ты больной! Если бахнуло, положил ружье. Зови ее. Иди сюда, Ума Турман. Свет вырубишь, я ему башку прострелю. Бегом! А дети пошли. То стреляют, то бьют. Гребаный интернет. Сюда подошла! Бегом! Стой там. Ты иди. Выходим. Сюда. Сюда. Пусти его! Волосы разрывляем! Волосы разрывляем! Мусора! Я завалю его! Мама! Не двигаться! Оружие! Положили! Вон на землю! Мне нужен самолет! Мама. Я бы прыгнула в эту реку, если бы не было человека, который утонет, если прыгнет за мной. Я бы прыгнула в эту реку, если бы не было человека, который не сможет согреться этой зимой. Я бы прыгнула в эту реку, если бы не было человека, который утонет, если прыгнет за мной. Я бы прыгнула в эту реку, если бы не было человека, который не сможет согреться этой зимой. Я за тобой по пятам, но подумай, как холодно там. Нет, это даже романтично, летом я только за. Но не в начале же ноября, типа тебе не понравится, успей остановиться. Зачем тебе скорая, капельница, больница? Мама будет молиться, всем сердцем надеяться. И от психолога не отделаться. Но порой я тоже ищу причины первым не окунуться. Но так не хочу,
чтоб мой спасатель мог захлебнуться. И смотрят в воду два идиота, думают, удача это или гнет. То, что рядом есть кто-то, кто за ними нырнет. Я бы прыгнул в эту реку, если бы не было человека, который утонет, если прыгнет за мной. Я бы прыгнул в эту реку, если бы не было человека, который не сможет согреться этой зимой. Ты на часы смотрел? Смотрел. У меня вообще-то тоже могут быть дела. Дела это у меня. У тебя делишки. Хвоста не было за тобой? Нет. Бицухе передай. Если он не угомонится, я его закрою. Понял? Хорошо. Держи. Здесь все, чтобы продержаться до обеда. Привет. Проснется, памперсы поменяйте. Угу. И покормите. Хорошо. А Колобку скажи, будет кормить ее сгущенкой, я его застрелю. Я сама его застрелю. Да, красавица наша. Ну давай, пока. Счастливо. Ну что, поехали? Поехали. Малышка Мишель, глазки открой. Дедушка Серый рядом с тобой. Мама и папа работают спорно. Дедушка Лева откинется скоро. Тетя Иванна дядю Кику ругает. Бабушка Надя работать линяет. Бабушка Надя, законник умелый, гоняет бандитов, таких как дедушка Серый. Черт, не складуха какая-то. Ох, девочка, и дал же тебе Бог родственников.